The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is road and river transport in central Yakutia, East Siberia. Я Людмила Лебедева из Института мерзлотоведения в городе Якутске, Россия. Мы работаем с Ленским бассейновым водным управлением, лабораторией инженерной геокриологии и МЧС по республике Саха-Якутия в сфере транспорта. Зимники жизненно важны для Якутии, так как мостов через крупные реки нет. Автомобильных дорог мало, и они могут быть небезопасны при оттаивании мерзлоты. The CDS provides a one-stop shop for quality-assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. Информация по изменению климата необходима, чтобы оценить возможные последствия для состояния дорожной сети республики. Мы использовали климатические данные глобального сервиса C3S для таких оценок. Необходима разработка стратегии адаптации к изменениям климата в Якутии в сфере транспорта. Такая стратегия должна быть основана на количественных оценках возможной реакции грунтов и речного льда на изменение климата. Характеристики речного льда и глубины протаивания грунта в Центральной Якутии в 21 веке рассчитывались на основе данных по температуре воздуха и осадкам по 18 глобальным климатическим моделям. Было выяснено, что реакция протаивания в разных ландшафтах значительно отличается. Продолжительность ледостава уменьшится по крайней мере на 10-20 дней к концу 21 века. Результаты расчетов могут быть основой для разработки как краткосрочных методов для безопасной эксплуатации ледовых переправ, зимников и грунтовых дорог, так и стратегии адаптации к изменениям климата в сфере транспорта в Якутии в 21 веке. For more information, please visit the webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.